Прохоркинг борется за шайбу у Порта с Карлиным. И Рунбот помогает туда, в глубину зоны на Карпова. Карпов переводит налево, но здесь чуть назад к синей линии откатывается Антон Белов. Так что пока без броска. А вот теперь бросок уже от Рунбота. Добивание Прохоркина. Не удается переиграть Артамкина. Здесь Алексей справляется и с первым броском, и с добиванием тоже. Ну а вот момент, когда Артамкин справился с двумя бросками. Третий раз уже Прохоркину бросить не дали. И вот мы видим, как Карлин там шайбу уже чуть подальше от ворот выводил.